Добрый день, уважаемые коллеги. Как видите, наше очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив мы проводим в выездном формате в Республике Карелия. И в этой связи хотел бы сразу отметить, что за 6 лет работы агентство стало эффективным партнером регионов в выработке и реализации стратегии развития. И запрос от субъектов Российской Федерации на такое сотрудничество постоянно растет. Вот, как мне сказал исполняющий обязанности губернатора, до сих пор, до этого времени агентство здесь не работало, но уже вот с первых шагов, во всяком случае, для руководителя региона уже понятно, что это интересное, перспективное сотрудничество и очень полезное, как он и как я надеюсь, в ближайшем будущем. Важно, что новому руководителю агентства удалось в полной мере сохранить приверженность целям и принципам работы, обеспечить преемственность во взаимодействии с деловым и экспертным сообществом. Знаю, что Агентство стратегических инициатив расширяет поле деятельности, решает более сложные, все более сложные задачи. Много планов связано именно с региональной повесткой дня. Рассчитываю, что вы и дальше будете оказывать поддержку регионам, помогать отстаивать современную модель управления, улучшать деловой климат, предлагать лучшие практики работы в социальной сфере. Главное – создавать среду возможностей и условия для позитивных изменений в регионах России. Объединять всех, кто готов участвовать в разработке и реализации планов развития, обмениваться положительным опытом. Это и молодежь, и предприниматели, и волонтеры, и новаторы. Таким центром, одним из таких центров притяжения, площадкой для общения, для дискуссий, может и должна стать так называемая точка кипения, которая уже работает в Москве, в Петербурге, в Иваново, и вот теперь здесь, в Карелии, в Петрозаводске. Кстати, это возможность для региона, для предприятий находить молодые, амбициозные, перспективные кадры для работы по различным направлениям и на различных уровнях. Отмечу, что вся необходимая организационная работа была проведена достаточно быстро. Исполняющий обязанности губернатора республики Артур Олегович Парфенчиков тему, мне кажется, почувствовал, сам заинтересовался этим, загорелся. Я хотел бы поблагодарить вас за оказанное агентству содействие. Еще раз хочу выразить надежду на то, что это сотрудничество будет очень полезным для региона. Уважаемые коллеги, остановлюсь на нескольких конкретных направлениях, которые мне представляются наиболее важными. Нужно продолжить работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, чем вы занимаетесь на протяжении уже достаточно долгого времени. Серьезным стимулом для изменения здесь стал национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. И регионы, которые получили или получали пока довольно низкие оценки, начали действовать более активно, что называется, шевелиться, начали более активно работать с предпринимателями, выросла конкуренция между субъектами Российской Федерации. Конечно, я ведь постоянно общаюсь с руководителями регионов, здесь можно и похихикать немножко, говорить, что все эти новации, они немножко оторваны от жизни, что жизнь многообразнее и сложнее, но похихикать можно, посмеяться, но для меня очевидно, что эта деятельность, она в абсолютно правильном направлении развивается, и она нужна. Нужна, потому что если этого не делать, то все постепенно погружается в болото. Я считаю, что рейтинг должен стать составной частью системы оценки деятельности управленческих и региональных команд. И прошу правительства соответствующие изменения подготовить. Также отмечу результативную деятельность клуба лидеров по снятию административных барьеров на местах. И желаю клубу дальше трудиться столь же плодотворно. Далее. ОСИ играет важную роль в повышении престижа рабочих профессий. Считаю это направление деятельности особенно важным. Результаты чемпионатов среди молодых профессионалов становятся ориентиром для учреждений среднего профессионального образования. Думаю, что вам нужно уделить самое пристальное внимание и подготовке инженерных кадров. Прежде всего, в региональных вузах, которые готовят специалистов для конкретных предприятий. В этой связи обращаю внимание и на возможность, которая предоставлена высшим учебным заведениям
законом несколько лет назад, имею в виду малое и среднее предпринимательство при высших учебных заведениях с использованием их оборудования, площадей и так далее. Вот здесь, вот в университете, где мы находимся, руководитель тоже показывал, и мне кажется, достаточно убедительно говорил о том, как развивается этот вид деятельности. Здесь, причем по самым разным направлениям, и ребята под руководством своих наставников добиваются весьма значимых, интересных результатов. Особое значение в повестке ОСИ приобретает и социальное направление. Только что мы встречались с представителями некоммерческих благотворительных организаций, волонтерами. Они работают в образовании, здравоохранении, помогают детям, пожилым людям, тяжелобольным. Что в этой связи, считаю, необходимым отметить? У регионов должно быть четкое понимание своей ответственности за формирование благоприятной, дружественной среды для работы негосударственного сектора. И просил бы агентство разработать стандарт поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в субъектах федерации. Речь идет о конкретных правовых, финансовых, организационных инструментах, которые мы сегодня, кстати говоря, обсуждали в ходе встречи с представителями некоммерческого сектора. И еще у нас действует механизм грантов для НКО и общественных организаций. Он достаточно эффективен. И сегодня тоже вот об этом говорили, мне было приятно это услышать. Но, по сути, направлен на поддержку уже работающих структур. Сегодня на встрече справедливо ставился вопрос о создании комплексной системы развития добровольчества, НКО, социального предпринимательства, чтобы еще больше энтузиастов могло приносить реальную пользу людям, обществу, помогать людям. Хотел бы услышать и сегодня на встрече ваше предложение на этом направлении. Пожалуйста, слово Светлане Витальевне. Пожалуйста. Владимир Владимирович, спасибо большое за высокую оценку. Я хотела бы поблагодарить всех членов наблюдательного совета, присутствующих здесь, и которые не смогли принять участие, потому что это действительно результат общей работы. И вот каждый из присутствующих здесь, Герман Оскарович, который не смог присутствовать, мы взаимодействуем по всем проектам, по инициативам. По сути, у нас уже такая партнерская площадка, и с каждым реализуются проекты в сфере образования и по инвестиционному климату. А Герман Оскарович еще не смог присутствовать. Он такой важный. Он заболел. Ну, пусть поправляется. Но поддерживает как раз по образовательным трекам, по навыкам будущего, то есть прям ряд проектов, которые реализуем вместе. Безусловно, для нас приоритетным, Владимир Владимирович, остается развитие предпринимательства и развитие лидеров в различных направлениях и в экономической сфере, и в социальной сфере. Мы не забываем и про отдельные лидерские проекты. У нас вот с начала года поступило 268 проектов. Сейчас в портфеле каждого из направлений молодые профессионалы, новый бизнес, социальные проекты. У нас где-то 100 проектов, которые вот сопровождаются сейчас именно отдельно, непосредственно локально. Что касается инвестиционного климата, вы отметили, в этом году мы представили результаты национального рейтинга на Питерском форуме. Вы тоже озвучили достижения наших регионов, которые впервые вошли в двадцатку, впервые вообще попали в десятку по оценке бизнеса. Это и Москва, и Московская область, и Санкт-Петербург. Для нас, конечно, очень важны и Москва, и Санкт-Петербург с точки зрения оценки России в рейтинге Всемирного банка Doing Business. И вот на встрече с волонтерами у нас была такая лучшая, да, образовательная практика. Учеру, когда ребята, которые вышли на рынок уже там стран БРИКС. И я хотела бы тоже передать, мы недавно встречались с коллегами Министерства экономического развития, с коллегами Всемирного банка, обсуждали ту работу, которая сегодня ведется в части создания благоприятных условий для бизнеса. Им очень интересен наш проект, именно национальный рейтинг, потому что, они говорят, хорошо, что Москва, Санкт-Петербург, мы видим, как они серьезно продвинулись, но очень важно, чтобы все другие регионы также не останавливались и все новые технологии применялись во всех субъектах. И есть уже запрос от ряда стран, наших партнеров, друзей, которые хотели бы получить это как некий стандарт работы, методику работы, как у нас эта деятельность была организована и как Россия за столь короткое время сумела такой рывок сделать именно по различным направлениям услуг для бизнеса и в стройке, и в энергетике, и в сфере налогообложения экспортного потенциала. Поэтому здесь мы тоже думаем, как это уже описать, как некий вот стандарт, который можно передавать. Посол Аргентины недавно
постоянно встречались, они просят это уже как некую вот практику описать, приедут поучиться. Мы с удовольствием поделимся с коллегами вот, наверное, той работой вместе с Министерством экономического развития, с членами правительства, которое вот организовано сегодня и реализуется и в регионах, и на федеральном уровне. Коллеги из Индии и из ряда других стран, поэтому я думаю, что мы здесь есть чем поделиться. Безусловно, работа с регионами выходит абсолютно на новый уровень, и здесь мы абсолютно видим свое практическое применение. И очень важно то доверие, которое главы субъектов сегодня нам оказывают. И действительно, очень многие инициативы, проекты, уже вот как магазин лучших практик, по нескольку инициатив реализуются на местах. Новгородская область разработали совместно по вашему поручению стратегию развития региона. И что очень важно, Владимир Ильич, это не просто талмуд бумаги, там нет такого. Мы со всеми муниципалитетами проехали, встречались, Андрей Сергеевич лично, что нужно гражданам, что нужно предпринимателям, что нужно жителям, какие точки роста могут быть, да, чем хотят люди заниматься, какие компетенции нужны, что с точки зрения качества развития образования, доступности системы здравоохранения. Поэтому это вот тот документ, даже вот просто основные какие-то принципы, которые поддержаны сегодня жителями, бизнес готов вкладываться в эту инфраструктуру, но губернатор, конечно, прикладывает все усилия для того, чтобы привлечь уже федеральные ресурсы, ресурсы всех институтов развития. Поэтому вот в этой идеологии, по сути, сегодня работаем со всеми регионами. Я думаю, конечно, что сегодня у нас дан старт по взаимодействию с Карелией. Здесь тоже с Артуром Олеговичем договорились, как нам дальше уже реализовывать те приоритеты, которые уже там и сегодня, и вчера бизнес, и жители обозначили. Мы недавно движение WorldSkills, которое вы тоже поддержали, поддерживаете, провели всероссийский чемпионат рабочих профессий во взрослой категории и в юниорской категории, это школьники. И у нас с огромным отрывом выиграли команда Москвы, Татарстана и Краснодарского края, по сути, собрав все золотые медали. Но очень важно дальнейшие решения и дальнейшие шаги руководителей субъектов с точки зрения именно подготовки кадров и мотивации ребят. И Татарстан, Рустам Нургалиевич, по сути, сейчас дал поручение перестроить всю систему подготовки в среднем профессиональном образовании на международные стандарты WorldSkills. Мы сегодня с Татарстаном пилотно реализуем стандарт по подготовке кадров именно для промышленности. И здесь комплексно взаимодействуем и с общеобразовательными учреждениями, с вузами, со среднепрофессиональными учреждениями, непосредственно с предприятиями, с работодателями. Здесь и дуальное образование, и стратегия именно подготовки кадров, да, какие приоритеты, по каким компетенциям сегодня Татарстан будет развивать и готовить кадры. И очень важно, что Рустам Нургалиевич уже поставил задачу, чтобы те компетенции были даже не только что WorldSkills, а уже компетенции будущего, IT, цифровая экономика, то есть те компетенции, которые будут востребованы уже там, через год, через два года. Москва выделила гранты победителям в таких чемпионатах рабочих профессий. Теперь это будет ежегодно, ежегодной основе. И, конечно, это серьезная мотивация для ребят и вообще в целом для перестройки этой системы. Работодатели, конечно, это оценивают и, безусловно, участвуют в этой работе. По социальным практикам Сергей Иванович Морозов, как раз сегодня благотворительные фонды поднимали вопрос по проекту «Открытая реанимация». Артур Олегович, пилотные регионы, которые сегодня эту практику будут внедрять, мы поддерживаем, что это, конечно, должно быть не, так знаете, не жестко, вот, да, как какие-то порученческие, да, там, решения. Безусловно, здесь нужно прислушиваться к мнениям врачей. Но вот потихонечку лучшие вещи, которые получаются сегодня, потихоньку показывать, как это в больницах может быть устроено. И мы показывали заместителю министра здравоохранения России, как Сергей Иванович вот, городскую больницу сегодня обустроил для совместного пребывания в реанимационных отделениях для родителей, где и для ребенка это очень комфортно, и родитель спокоен и помогает наоборот. И врачи видят помощника наоборот, не родители мешают, а они помогают в уходу за детьми.
Калининградская область, в части развития киноиндустрии мы здесь тоже реализуем вместе с Ассоциацией кинопродюсеров проект по привлечению инвестиций в эту сферу, в том числе там, и международных компаний, российских компаний. И коллеги сегодня на региональном уровне тестируют и Ульяновская область систему ребейтов, возвратов на те деньги, которые вложены сегодня рынком. И уже несколько проектов сегодня запущено в Ульяновске и у Антона Алиханова, и мы надеемся, что это будет тоже популяризировать территорию, наши регионы и в России, и за рубежом будут узнавать о тех прекрасных местах, какие у нас есть в России. Что касается навыков будущего, безусловно, ключевая наша задача, и у нас ряд проектов и в школах, и в дополнительном образовании, и, безусловно, то, что делает Дима, молодые профессионалы с точки зрения как раз компетенции будущего уже в национальной технологической инициативе цифровой экономики, он подробнее расскажет об этом потом. Но я хотела бы отметить несколько вещей. Те же кванториумы, которые мы вам представляли, вы открывали несколько, уже сегодня в 30 регионах работают. 60 тысяч детей прошли через эти площадки. Это уже как франшизу используют в том числе и другие системы дополнительного образования. В этом году еще откроется, по-моему, в порядке 17 регионов такие детские технопарки. У нас проводится национально-технологическая Олимпиады по национально-технологической инициативе. Уже порядка 100 детей у нас победители такой Олимпиады. Мы вместе со Сбербанком провели, точнее, Сбербанк все-таки был на первом месте, мы были партнерами проекта «Школа навыков 21 века» и вместе с Высшей школой экономики. Со всей страны мы собрали заявки лидеров проектов, которые сегодня предлагают инновационные решения именно на формирование навыков будущего у детей в школах. Лучшие проекты получили поддержку агентства стратегических инициатив, мы их берем тоже для тиражирования в других регионах. Мы хотим, чтобы на следующий год этот конкурс был более масштабным. Мы провели в этом году федеральную смену в Артеке, где вместе с детьми учились социальному проектированию. Ребята 14-16 лет думали, как от идеи, которая именно решает какую-то социальную проблему, социальную задачу, предложить проект, который бы ее решал. И вот в течение 2 недель ребята предложили очень интересные проекты. Мы вместе с экспертами тоже и Сбербанка, и благотворительных фондов, и руководителей частных акселераторов проводили тренинги, работали с командами. 17 потрясающих проектов, Владимир Владимирович, я сегодня Андрею Ремовичу тоже несколько, о нескольких рассказала. По сути, готовые уже к реализации, и действительно и Министерство экономического развития, и Фонд Сбербанка уже взяли их с точки зрения дальнейшего сопровождения, финансирования и реализации. Приведу пример, ну, просто там пару проектов. Дворовые Олимпийские игры. Дети предложили, так как очень много времени сейчас проводится с гаджетами, они не общаются со сверстниками, помимо школы, потому что там секции, еще что-то, проводить такие дворовые олимпиады по видами спорта, их пока еще нельзя назвать, но на тех же гироскутерах, на скейтбордах, на велосипедах, я уже даже не могу выговорить все те приспособления, да, спортивные, которые сегодня наши мальчишки и девчонки используют во дворах. Очень хороший проект, идея, мне кажется, тоже такую дворовую культуру, ее надо возрождать, чтобы ребята соревновались и осваивали вот именно навыки все-таки физические и умение общаться во дворе с соседями. Ребята предложили проект «Дети учат детей», приложение, где каждый ребенок, у которого лучше что-то получается, например, собрать какого-то робота, он показывает, учит, как это делать, и более младшего возраста или, может быть, более неопытные могут перенимать этот опыт и делать, может быть, лучше. Если мы говорим об эффективном управлении, то, конечно, оно также очень востребовано в социальной сфере. И мы здесь тоже работаем с руководителями субъектов. У нас тоже в рамках вашего поручения есть уже ответственные за реализацию дорожных карт региональных по доступу негосударственного сектора в социальную сферу. И такие площадки
Может быть, мы уже надоели с нашими проектными офисами, но они действительно работают сегодня в регионах. И по инвестклимату мы хотим, чтобы такие же проектные офисы у нас эффективно работали в социальной сфере. И на эти площадки сегодня коллеги приглашают представителей НКО, волонтерских организаций, благотворительных фондов, где вместе обсуждают вот как раз вопросы, как снять какие-то барьеры и инициативы граждан реализовать на уровне каждого субъекта. Вы давали поручение разработать план развития добровольчества в Российской Федерации. Мы его подготовили вместе с Общественной палатой, с Министерством экономического развития, правительством. Он сегодня утвержден. Осталось, конечно, его реализовать, и это самое главное. Он поддержан добровольческим сообществом, потому что более 300 региональных организаций именно принимали участие в его составлении. Безусловно, необходима работа на местах в регионах, потому что вот на встрече сейчас с добровольцами, с благотворительными фондами действительно очень много поднималось вопросов. Владимир Владимирович, вы говорили, что это компетенция именно субъектов Российской Федерации. Поэтому мы такой стандарт сегодня предлагаем на решение одобрения наблюдательного совета. Стандарт развития и взаимодействия именно региональных органов власти и добровольцев на местах в регионах. Это не сложный какой-то документ, это всего 9 шагов. 9 пунктов, которые сегодня каждый регион может принять, чем обеспечит запрос, именно ответ на запрос сообщества. О чем я говорю? Ну, первое, это вот как раз регламент взаимодействия между региональными органами власти и добровольцами. Это понятные, четко прописанные правила, это требования к добровольцу. Помните, мы тоже с вами говорили, вот что это за субъект, такой волонтер либо доброволец для директора, например, больницы либо школы. Ну, он несет персональную ответственность за безопасность, да, в своем учреждении. Поэтому, конечно, доброволец должен соответствовать некоторым требованиям, может быть, работать в том числе через НКО, для того, чтобы снять вот эти риски для руководителя учреждения. Это все должно быть прописано в регламенте, и у нас есть уже регионы, где такие документы приняты, и мы тоже их как лучшую практику, как методические рекомендации уже прописываем, что это должно быть за документы, как он может работать. Второе – это ответственное лицо на уровне субъекта. Тот же, не знаю, это может быть заместитель руководителя субъекта, который для себя в своей повестке волонтерство и там, расширение и развитие негоссектора не является такой проблемой по остаточному принципу, а это должно быть приоритетной для него задачей, за которую с него будет спрашивать руководитель субъекта. Третье – это, безусловно, инфраструктура. Это центры, ресурсные центры, это центры развития добровольчества. Это та площадка, которая сегодня сможет предоставить и обучающие образовательные программы, и лучшие практики по развитию добровольчества для региона, и какие-то реализацию партнерских программ вместе с крупными корпорациями, с благотворительными фондами. И та же самая оценка некого вот профиля добровольца для участия именно вот все-таки в большей степени именно волонтерства в социальной сфере. Очень важна информационная поддержка, и тоже сегодня многие об этом говорили. Вот этот федеральный портал «Добровольцы Российской Федерации» мы готовы тоже предлагать нашим регионам для того, чтобы они подключались к этой системе, чтобы была информация на уровне регионов об этой системе и была возможность для каждого жителя участвовать и в региональных программах каких-то, и в федеральных в части добровольчества и оказание помощи разным группам. Это, безусловно, мотивация, но не материальная, Владимир Владимирович, а, скорее всего, такая вот признание, наверное, и какая-то вот благодарность и поддержка добровольцев. И во многих регионах тоже сегодня существуют такие региональные награды, значок добровольцева, либо грамота добровольцу. Для них это очень важно. Они действительно за это борются, да, в хорошем смысле слова. Это поддерживает, наверное, их вот даже так духовно, что они делают правильное дело, и оно важно и нужно. Поэтому тоже хотим, чтобы во всех регионах, которые будут применять этот, внедрять стандарт, чтобы такие награды были. Владимир Владимирович, а если еще на государственном уровне ваш какой-то будет значок добровольцам, то, конечно, это было бы серьезным для них стимулом и мотивацией. Я думаю, даже мы и наши дети, конечно, хотели бы получить такую награду, поэтому если бы была возможность, тоже поддержать и рассмотреть.
Безусловно, обратная связь, Владимир Владимирович, потому что невозможна работа проектного офиса без непосредственно людей, которые заняты и работают в этом секторе. Потому что вот этот стандарт, ну, не везде губернатор даже может проконтролировать, насколько он работает и действительно отвечает потребностям добровольцев. И важно, чтобы был какой-то координирующий орган, совет, может быть, при губернаторе, как мы делали инвестиционные советы, которые рассматривают сегодня на уровне губернатора проекты, то же самое сделать именно для добровольцев и негосударственного сектора. Когда будет площадка, где они смогут говорить, что работает, что получается, давать обратную связь, предлагать какие-то новые проекты. Вот, по сути, это набор вот этих требований, который основан уже действительно на реальных примерах, которые реализуются в ряде субъектов. Нам просто нужно расширить. Где-то это один пункт, где-то два пункта, а мы хотим, чтобы вот эти 9 пунктов были реализованы. Уже 37 субъектов выразили готовность внедрять этот стандарт, поэтому я думаю, что уже эту работу начнем, если наблюдательный совет поддержит, и такой стандарт реализуем. Конечно, результаты будут уже видны, я думаю, там в этом году, потому что это серьезно облегчит и доступ, и расширит возможности участников, добровольцев. Безусловно, очень важным является как раз рост вот таких проектов. Я еще вхожу тоже в число экспертов как раз фонда по распределению президентских грантов. Очень серьезно, действительно, фонд помогает сектору НКО в регионах. И потрясающие проекты ребята присылают. Мы недавно проводили как раз вот такую экспертную комиссию, где смотрели заявки. Но не хватает, Владимир Владимирович, это, ну, вот именно помощи, поддержки такой консалтинговой, представлении заявки, как правильно описать проект, оценить его результат, ресурсы свои оценить. Поэтому вот те ресурсные центры, центры инноваций в социальной сфере, которые сегодня Министерство экономического развития, мы тоже участвуем в этой работе, в ряде регионов создали. Конечно, такая инфраструктура должна быть создана там, в любом субъекте, потому что она востребована. Но это именно грантовая поддержка. Мы хотим, чтобы развивались компетенции предпринимательские. И это возможно. Очень много проектов сегодня, и ребята сегодня присутствовали, которые относятся уже к категории социального предпринимательства. Это проект, который решает реальную социальную задачу, помогает незащищенным слоям населения. Но он вполне может быть окупаемым. Просто у лидера проекта не хватает вот тех знаний, нужных компетенций именно в разработке бизнес-модели, привлечении потенциальных партнеров, инвесторов, стейкхолдеров. И вот эти программы акселерации, программы роста таких проектов, они, конечно, очень востребованы. И механизмы финансовой поддержки. Нужны возвратные механизмы. Можно, да, там предлагать финансовые ресурсы возвратные, но не банковские. Ребята, конечно, не клиенты сегодня банков и даже не корпорации МСП. У них нет залогов, у них нет обеспечения, у них нет, по сути, какой-то оборотки. Они не могут показать банку, что они устойчивы и смогут обеспечить этот кредит. А банку они неинтересны, они, во-первых, ну, даже не умеют оценивать такие проекты, и они им просто неинтересны. Но мы видим за это будущее, это показывает международная практика и наша российская практика. Поэтому спасибо вам огромное за поддержку, когда я весной предложила возможность вот разработки такого механизма. Владимир Владимирович, мы встретились с рядом экспертов, с крупными предпринимателями, с бизнесменами, те, кто работает сегодня в секторе и корпоративной социальной ответственности. У кого так или иначе есть какой-то уже опыт оценки таких проектов. Проект очень востребован, это, ну, вот, все подтвердили. И мы решили, что можем начать, может быть, с небольших вливаний, да, там, в этот фонд. Фонд за счет внебюджетных средств может быть реализован. Портрет таких социальных предпринимателей – это небольшие проекты именно в социальной сфере. Сумма необходимых инвестиций в среднем – это 2,5 миллиона. Срок, на который им нужен займ – от года до 3 лет. Они вполне могут возвращать такие кредиты. Но вот эта дополнительная как раз акселерационная программа, она и как раз снимает вот эти риски невозвратности. Потому что когда мы видим, мы работаем с этим проектом, мы уже его довели до степени вот такой, да, финансовой устойчивости, что он может быть именно окупаемым проектом.
и дальнейшее сопровождение. То есть мы не только его финансируем, но дальше в течение года есть некий наставник, ментор, который помогает лидеру проекта правильно его структурировать и реализовать. Запрос такой есть, и у нас сегодня Виктор Виксельберг подтвердил свою заинтересованность, участие и в учреждении такого фонда, и финансировании такого фонда, и согласился войти в состав попечительского совета. Сергей Солонин, финансовая группа «Киви», который также подтвердил заинтересованность и сказал, что он будет участвовать в работе фонда. Сергей Горьков готов тоже войти в попечительский совет, и мы тоже уже прорабатывали даже акселерационные программы и те компетенции, которые сегодня есть у ВЭБа с точки зрения оценки проектов. Представители профильных ведомств, Министерства экономического развития, Минтруда, Министерства здравоохранения готовы войти в наблюдательный совет с точки зрения именно контролирующего органа и оценки проектов, их экспертизы и действительно соответствия тем социально важным задачам, которые нам сегодня необходимы. Желающих, команда вот такая первая ядерная есть. Особенно важен этот проект. У нас просто губернатор Сахалина. Он говорит, я прям готов тоже принять участие. И важно для Сахалинской области, для регионов Дальнего Востока, потому что социальное предпринимательство может быть там точкой роста. В небольших городах, отдаленных пунктах, где вот именно такая самозанятость, реализация таких небольших проектов, она обеспечит стабильность и финансовую устойчивость, и благополучие людей, проживающих в таких регионах. Поэтому, Владимир Владимирович, если поддержите, мы, конечно, готовы запустить работу фонда. Безусловно, хотим выйти на окупаемость, чтобы эта модель была устойчивой. Сейчас в финансовой модели мы закладываем, что в течение 3 лет фонд должен стать окупаемым, выйти на окупаемость. И очень важно, чтобы вот сама модель работы фонда, организации его работы, как франшиза, могла быть также тиражирована и предложена на уровне субъектов Российской Федерации. Любые компании могут создавать такие венчурные фонды по финансированию социальных стартапов. Тогда, конечно, в масштабах страны это будет серьезный механизм, инструмент для того, чтобы вот такие социальные предприниматели, как «Работа для мамы», «Сурдо онлайн», «Учиру» могли расти и развиваться. Владимир Владимирович, если поддержите, мы готовы начать уже работу в сентябре. Спасибо. Ну, мы это все проработаем еще. И, как уже говорили на встрече с представителями НКОС, волонтерами, будем, безусловно, двигаться в этом направлении. Надеюсь, что мы этот проект реализуем. Так, пожалуйста, Артем Давидович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, Светлана Витальевна рассказала об очень важных социальных проектах, а я, если позволите, сразу перейду к бизнес-проектам, производственным проектам, которые мы сегодня выносим на наблюдательный совет. Мы сегодня выносим 4 проекта, все они прошли экспертный совет и получили соответствующее согласование Министерства ведомств. Начну с компании Санкт-Петербурга, которая разработала программно-аппаратный комплекс для мониторинга промышленного оборудования. В чем он уникален? То, что он объединяет в единое пространство как новые станки, так и станки предыдущих поколений, так как зачастую заменить весь парк сразу, когда компания модернизирует, практически нереально. Там сигнализируют датчики, датчики простое, все это можно управлять с помощью смартфона, планшета. По экспертным оценкам, вот такой комплекс, если предприятие обладает 100 станками и работает в 2 смены, он позволяет получить экономическую выгоду порядка 100 миллионов рублей в год. Вторая компания – это «Протон Электротекс» из Орла. Она уже поставляет свою продукцию в более чем 70 стран мира. Речь идет о полупроводниках. И мы планируем здесь активно поработать с Минпромторгом, потому что это направление, где 95% импортируется сейчас. Мы считаем, что эту ситуацию можно и нужно исправлять. Также коллеги из Орла просят нас оказать содействие в коммуникациях с крупными госкомпаниями. И вот еще хотел бы представить вашему вниманию так называемый «умный браслет». Он сейчас у меня на руке. Владимир Владимирович, разрешите мне его показать? Пожалуйста. Это уникальная отечественная разработка. Первое устройство в мире, определяющее уровень эмоционального напряжения.
а также уровень гидратации через кожу. То есть, по сути, определяет водный баланс. Нужно воду или не нужно. Значит, они сейчас уже начали за рубеж это поставлять. Сейчас, где показатели? Значит, кнопка сбоку. Андрей Рымович знает. Можно ли? Значит, ну чем это интересна история? То, что можно объединить все в единый информационный центр. И на производствах опасных, где нужна информация о физическом состоянии сотрудников, все это будет в единый информационный центр поступать и отслеживаться. И можно таким образом отслеживать физическое состояние персонала. Вот. Мы планируем помочь коллегам с внедрением на крупных добывающих и производственных предприятиях на особо опасных участках. Это что такое? Процент? Это что такое процент? Значит, первый процент – это зарядка. Потом... А второй – стоимость. Стоимость услуги. Да, значит, ну там есть функция, вот, которая определяет уровень стресса. Там надо где-то минут 30 подождать, потому что она сразу не покажет. То есть она сканирует. К этому времени сосуды. Как раз заснешь, стресс будет минимальным. Да? Будем ждать? Или вы продолжите? Я продолжу, да. Продолжим. Уважаемые члены Совета, да, с вашего позволения, перехожу ко второму вопросу моей повестки, а именно клубу лидеров. В этом году клуба исполняется 5 лет. Калории, которые потребляются во время обеда. Можно на iPad выводить, ставить на экране, прям график. Ты ешь, например, или пробовал, тоже у тебя на экране начинается. Да? То есть там программа, надо ее закачать. Ешь, и на экране появляется количество калорий, которые ты съешь. Калории, значит, да. Безобразие, надо выбросить их немедленно. Жить невозможно. Извини, продолжай, пожалуйста. Значит, в этом году клубу лидеров исполняется 5 лет. Пришло подвести время, подвести итоги прошедшей пятилетки и определить планы на будущее. Ну, если позволите, вначале расскажу, как все начиналось. 5 лет назад группа предпринимателей, небольшая, 50 человек, обратились через СМИ, это было открытое письмо в газете «Коммерсант» в адрес ОСИ с просьбой поддержать создание неформального бизнес-объединения. И наблюдательный совет ОСИ поддержал, хотя справедливости ради должен сказать, что на первом этапе были скептики, кто считал, что клуб будет дублировать функции уже существующих бизнес-объединений. Но сейчас, по прошествии 5 лет, для всех очевидно, что формат клубный, неформальный, никакой иерархии, просто сплоченная команда предпринимателей и единомышленников. И вот я уверен, Александр Николаевич Шохин это подтвердит, так как буквально несколько месяцев назад провел с клубом лидеров несколько дней на Северном полюсе. Ночевал с нами в палатке, когда на улице было ниже минус 40 градусов. За эти 5 лет многое было сделано. Я лишь расскажу о некоторых знаковых проектах клуба. Ну вот то, что визитной карточкой клуба стали контрольные закупки, это ни для кого не секрет. Их проведено более 500 практически во всех регионах страны. И, ну, по сути, мы мониторили правоприменительную практику. Результатом этого явилось упрощение 50, даже сокращение 50 избыточных процедур ведения бизнеса. И здесь я должен сразу поблагодарить всех присутствующих коллег из «Опоры России», из «Деловой России», из ТПП, из РСПП, так как эту работу мы делали и продолжаем делать вместе. Для изучения лучших практик предприниматели из клуба лидеров исколесили почти весь мир. Изучали опыт лидеров стран Всемирного банка рейтинга. В этих странах мы встречались как с предпринимателями, так и с чиновниками, которые отвечают за бизнес-климат. Также клуб лидеров приобрел свою известность благодаря двум масштабным телевизионным проектам с ФГТРК. Одна программа называлась «Делай бизнес», а вторая называлась «Агент бизнеса». Вот в рамках последнего проекта мы объездили 30
регионов, при этом не афишировали свой приезд для того, чтобы, значит, картинка была максимально объективной. По итогам был составлен рейтинг делового гостеприимства, который мы презентовали на форуме в Санкт-Петербурге. Я должен признаться, что я тоже выступил сам агентом бизнеса. Я поехал в Татарстан, при этом мы заявили другого предпринимателя. А я полетел не на самолете, а я поехал на поезде. Но буквально не прошло и полдня, коллеги из Татарстана, значит, меня раскусили. Признали. Раскусили, но могу сразу сказать, значит, на рейтинг это никак не повлияло. Татарстан на первом месте в итоге все равно оказался. Вот, а поэтому... говорите, не повлияло, может. Отдельное направление, которое способствует командообразованию, это экспедиции. У нас было их много, Владимир Владимирович. Татар решил обмануть. Не получится. Экспедиций у нас было, да, экспедиций было много, но я хотел бы вкратце, чуть-чуть подробнее рассказать об одной. Это достаточно масштабная экспедиция, достаточно много предпринимателей, около 40 человек. Прошлым летом, в июле, вы сходили на Эльбрус. И вот почему я не говорю? Не потому, что погодные условия были, мягко скажем, не очень благоприятные. Андрей Рамович знает, он тоже с нами был. А потому, что это была первая международная экспедиция клуба лидеров. И когда все удачно завершилось, и все вернулись домой, участник экспедиции, китайский бизнесмен Лю Вэймин, он проникся духом клуба, вернулся в Россию, начал реализовывать свой проект по производству томатной пасты. Вот. И к чему это все говорю? Что вот мы, когда ездили, изучали опыт других стран, очень много наших соотечественников, предпринимателей, которые проживают за рубежом. Но они, встречаясь с нами, с членами клуба, они, значит, загорались нашими идеями, экспедициями, и они хотят инвестировать в Россию. Поэтому ближайшие планы клуба лидеров – это международная экспансия. Мы решили начать с Евразеса. Со Светланой Витальевной мы были не так давно в Армении, встречались с президентом, рассказали о клубе лидеров. Серж Саркисян поддержал эту идею. И вот уже в сентябре первая зарубежная международная ячейка клуба лидеров открывается в Армении. И в завершение, уважаемые коллеги, хотел поблагодарить всех за поддержку и вас лично, Владимир Владимирович, за поддержку проекта «Клуб лидеров». Спасибо. Спасибо вам. Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, мы в нашей работе концентрируемся на трех сегодня направлениях, которые можно свести к следующему. Первое, мы стараемся работать над образом будущего страны, над технологиями и людьми, которые этот образ будущего создают. Целый ряд продуктов, которые мы сделали за последнее время, это и атлас новых профессий, который сегодня стал почти в каждой школе востребованным инструментом профориентации, и форсайт движения. По стране сегодня идет форсайт навигация, и если раньше мы там одни вот на корабликах ходили, то в этом году это уже 15 регионов самостоятельно, сами, то есть это уже совокупно десятки тысяч человек. Мы тиражируем формат «Точки кипения», о котором вы сказали. Сегодня в регионе в очереди стоит 25 регионов на открытие. Мы пока не можем удовлетворить этот спрос. То есть у нас, ну, гигантская сверхвостребованность в нашей деятельности. Мы, честно говоря, не справляемся с этим огромным валом запросов на тиражирование наших продуктов. В «Лидер ID» вы видели нашу систему, сегодня больше 100 тысяч человек. Гигантский интерес, поддерживаю коллег, гигантский интерес международный. То есть уже к нам обращается Всемирный банк с просьбой стать нашим агентом по тиражированию наших практик в мире. Вот сейчас приглашали в июле уже семинар в Вашингтоне и начинать это как постоянную деятельность. Но мы попросили чуть-чуть подождать, то есть нам реально нужен совет, потому что вот востребованность этого, она какая-то колоссальная, судя по всему, получается. И по WorldSkills у нас на национальный чемпионат заявилось 40 стран.
мы смогли позвать 21 страну, 19 не смогли, потому что у нас не нашлось выставочного комплекса, который был бы способен их разместить. В стране не нашлось? Да ладно. Вот масштабы деятельности сейчас... Попросили бы Сириус, попросили бы, знаете, сколько площадь... Главного медиа-центра. Нет, переданного им помещения, где располагался медиа-центр. 4 красных площади. Это правда. Или 3, Владимир, там, нет, ну, если поможете, огромный... мы бы с удовольствием медиа-центр использовали в этом качестве. Ну, то есть, вот обращаю ваше внимание на то, что вы так недостаточно активно ищете. Ну, мы не ожидали такого спроса, действительно. На стадионе можно каком-то. Со стороны там нельзя, это завод строится, там очень строгие требования. Это же сотни станков, которые размещаются на это время. Оборудование с особыми требованиями. Может быть, что-нибудь оставить и Сириусу там потом. Мы как раз в Краснодаре это проводили, но не в Сочи. И за несколько дней чемпионат посетило около 140 тысяч человек. Прилично. Каждые 30 секунд подходил школьный автобус, высаживал людей, и регион просто вот все соответствующие возраста провел через эту систему. Вот атлас новых профессий, методики наши форсайтные. Вот есть этот огромный запрос востребованности международного. У нас пока такого отдельного направления деятельности нет в агентстве. Ресурсов на это тоже нет, но востребованность есть. То есть мы сейчас вот думаем, как это правильно эту работу организовать. А второе направление, которым мы занимаемся, это новые рынки и технологии. Национальная технологическая инициатива, ну, примерно... Мы раз в год удваиваемся по объему людей, рынков, проектов вместе с правительством. Сегодня это уже более 700 компаний. Интегрируемся с программой «Цифровая экономия», интегрируемся со стратегией научно-технологического развития, которую Андрей Александрович Фурсенко делает. Начали сейчас потихонечку подключать госкомпании. На старте боялись, чтобы они там не переформатировали все под себя. А сейчас ведем тяжелые переговоры. Как сделать так, чтобы они наших малышей не съели, когда в национально-технологическую инициативу войдут. Mm-hmm. Ну, у нас есть инстинкт такой, что если госкомпания, то она считается центром вселенной и немедленно все поглощает, до чего mm-hmm. она дотягивается. Mm-hmm. Да? Так и делают, правда, говорят. Да, вот очень опасно с точки зрения развития. Некоторые из них. Вот. Мы, конечно, понимаем, что на этих рынках будущего ключ – это люди и новые рабочие места. С одной стороны, с другой стороны, эти рынки и технологии выбрасывают огромное количество людей с рынка. И задача, над которой мы сегодня серьезно думаем, это то, что называется массовые новые профессии. То есть куда нам трудоустраивать тех людей, которые будут высвобождаться в ходе автоматизации, внедрения технологий, роботизации и всего остального. Это очень серьезная задача. Под новые рынки и технологии мы фактически сегодня создаем опережающую систему образования. Что это такое? Сегодня фактически любой родитель, начиная ребенок с 6 лет и где-то до 28, он может попасть в нашу систему и развиваться вместе с нами. Слышали, что сказал? Ребенок от 6 лет до 28. Расплываются границы. Ну да. У возраста там 25 лет официальный стандарт всемирный. Ну мы идем дальше, до 28. И вот система и Junior Skills в школах, урок технологии в школах, кванториумы, там, где подключился Сириус, Олимпиада НТИ, он может с ним идти из одного места в другой. Сейчас мы занялись университетами, то есть мы вот WorldSkills уже развернули, сегодня мы разворачиваемся в сторону университетов. Как? С точки зрения навыков, тот же WorldSkills подключаем, и у нас этой осенью пройдет 56 вузовских чемпионатов. То есть мы в части практических навыков мы резко разворачиваемся. Потому что по колледжам уже примерно 50%, десятки тысяч людей, все регионы включились, все, там работает хорошо. Сейчас делаем IT-скиллс под цифровую экономику, уже с технологическими компаниями под эту задачу. Навыки будущего, фьючер-скиллс под стартапы, все, система развернута. Университеты. В рамках НТИ создаем новый тип магистратур, которые одновременно работают разные вузы. И очень часто это магистратуры без преподавателей. Вот тот проект «Киберроссия», который мы вам показывали, ну, нету по нему преподавателей.
Ни стандартов нет, ни методик нет, вообще ничего. Стремительно возникающий новый рынок. Поэтому лучшие, которые уже вышли на рынки, учат своих. Интегрируется все, робототехника, дополненная реальность, блокчейн. Вместе с коллегами из Внешэкономбанка там делаем этот центр компетенций. Самое удивительное, что происходит. Можно прийти к системе, когда каждый студент в качестве курсовой работы делает компанию и выводит ее на мировой рынок за полгода. То есть вот эта цифровая экономика позволяет вот этот вот срок вывода решений сократить до практически невероятных возможностей. Программа «Глобальное образование» тоже позволяет тех, кого не хватает компетенции, отучить там, вернуть к себе. Дальше, когда они уже попадают в компанию, они до 28 лет остаются в нашей системе. Сегодня это десятки тысяч людей по стране. Мы понимаем, что если мы сохраним темпы, то где-то к 2024 году мы выйдем на каждого второго выпускника, то есть где-то 500 тысяч человек в год будет в нашей системе. Если нам, что называется, помочь, то мы можем и более амбициозные цели здесь ставить. Вот все эти новые технологии создают огромное неосвоенное пространство, такая цифровая целина. И в ней можно создавать множество самых разных новых профессий. Там и место кибергрузчикам будет, киберучителям, киберполицейским. Просто можно трудоустраивать тоже десятками тысяч человек, которые будут следить там за соблюдением в виртуальном пространстве норм Уголовного кодекса. И, конечно, с точки зрения занятости, нам кажется, это предельно перспективной историей. Оно создает важнейшую штуку, оно дает ребенку и взрослому человеку мотивацию. То есть вы можете, не знаю, залезть в, что называется, в тело исторического персонажа и прожить с ним какое-то время. Стать Петром Первым и вместе с ним проиграть Полтавскую битву. Или выиграть ее. Вот в этой самой дополненной виртуальной реальности. Это плохая игра. Но можно переиграть. Вот. И научиться, значит, принимать правильные политические Полтавская решения. Полтавская битва выиграна, и все. И так же, как и многие другие битвы. Ну, выберем, значит, ту, которую можно... Да-да-да, можно проиграть за шведов. Да. И, конечно, здесь требуется совершенно новое решение. В рамках такого нового решения мы представили под собой задачу сейчас создать необычный, совершенно новый университет. Без стен... Без, что называется, капексов, без инвестирования в это. Университет, который будет выявлять дефициты по компетенциям, если кто-то чего-то не умеет, и выстраивать каждому человеку персональную траекторию, которая их ликвидирует. И в этом университете могли бы участвовать и обычные заведения. И если мы знаем, что этот навык, это знание есть только, например, у какого-то академика, то мы можем отправить человека к нему, чтобы он поработал с ним наставником. А если его надо в спортклуб, чтобы он поставил нужные занятия, мы его в спортклуб, и результаты тоже учитываются в модели компетенции этого университета. Мы хотим, чтобы это был первый университет в мире, в котором люди учились вместе с искусственными интеллектами. То есть сегодня высочайшая технологическая революция происходит именно в сфере внедрения искусственного интеллекта уже в обычную повседневную практику. Мы сейчас это не замечаем, но у нас пока российских систем такого рода категорически недостаточно, а мировые, они проникли в каждый практически телефон, в каждый дом, в том числе в России. Нам нужно иметь собственные системы национального искусственного интеллекта, которые бы работали и транслировали в том числе нужные ценности. Потому что сегодня вы покупаете игрушку за $100, ставите ребенку, она ему поет песенки, рассказывает, формирует фактически его ценности. Но она подключена, например, к искусственному интеллекту там, компании IBM. Да, это на английском языке происходит вот это вот формирование личности. Нам, безусловно, очень быстро нужно формировать подобного рода системы, которые работают с нашим поколением. И вот в рамках работы по университету НТИ, или как мы называем, университету 2035 года, мы хотим вот это совместное обучение, где человек учит искусственного интеллекта, а искусственный интеллект обратно учит его, начать внедрять. Хотим иметь первую 1000 выпускников уже в следующем году, а к 2020 году выйти на 100 тысяч студентов, которые учатся в онлайне и в офлайне в этом университете. Вот, собственно, с этой инициативой мы сегодня выходим по проекту «Киберроссия», по массовому обучению сквозным технологиям и по новой форме университета, который там не нужен диплом,
не нужны лицензии. Это именно модель компетенции, которую признают работодатели. Они говорят, мы видим, да, человек, навыки есть, он боец, это доказано в этом спортивных состязаниях. Он умный, это доказано, он умеет выполнять навыки, например, там, в той же системе WorldSkills, готовы его брать. Все. И не смотрит на, какая у него трудовая книжка, какой у него там, значит, университетский или школьный диплом. Есть подтвержденные навыки и компетенции, вперед поехали. Вот обучающие программы – это еще не совсем искусственный интеллект, в том числе и в игрушках. Но то, что двигаться в этом направлении нужно, здесь согласен.